Дима, в прошлой игре, может быть, у команды не все получилось, но норвежские болельщики как бы отметили игру твою именно. Готов ли ты в случае, если тренер доверит место в составе, все силы бросить для того, чтобы помочь команде пройти этот барьер? Да, конечно, готов. Мне дали шанс сегодня на предыдущей тренировке проявить себя. Думаю, проявил себя. Завтра, если доверит мне место в составе, я готов биться до последнего. Если выйдешь в старте, не будет мандража или как бы как-то какая-то специальная психологическая подготовка перед матчем у тебя есть? Ну, как бы я уже вышел на один тайм на выезде, когда играли в Норвегии. Вроде такого не было, прям мандража. Завтра будет очень много болельщиков, надеюсь, помогут нам проявить себя. И скажи, ты из той категории людей, которым лучше что-то просто сказать, да, какие-то советы, либо встряхнуть, допустим, напихать, как-то завести, что для тебя более приемлемый вариант считается? Мне кажется, самое главное – поддержать своих игроков, подсказать что-то важное в игре. Если не могу там подсказать свои, крикнуть там, ну, могу крикнуть, но не нецензурно. Спасибо, удачи. Спасибо.